В Актау скончалась 27-летняя беременная женщина. По предположению врачей, смерть наступила от сердечного приступа. Точную причину медики сказать не могут. Отказавшись от вскрытия, из морга тело насильно забрали родственники умершей, устроив потасовку с сотрудниками роддома и морга. К слову, погибшая являлась жительницей города Жанаузен. На момент смерти она была на 7-м месяце беременности и находилась на обследовании в областном перинатальном центре. Их было человек 30-40. Напали, вырвали, да, избили наших докторов, избили охранника. Но не до такой степени, до телесных повреждений не доходило, конечно. Это типа было потасовки. Полиция тоже не могла их развести. Родственники буквально насильно вырвали из рук медицинских работников Мангистауской областной больницы и патологоанатомического бюро тело женщины и увезли в Жанаузень. Сейчас жанаузеньские наши коллеги ведут переговоры, чтобы они разрешили дать на патологоанатомическое вскрытие.